Итак, мы продолжаем наш разговор о Матч ТВ и о моем персональном любимчике Дмитрие Губерниеве, который вновь облажался. Это произошло во время биатлонной гонки в Эстерсунде, где Губерниев вновь забыл про то, что микрофон не выключен, и начал рассказывать всякое интересное прямо в эфире. Кирюх, ну не вмешивай, я все контролирую. Кирюх, не надо ничего говорить. Я специально жму, ты дурак, что ли? Да. Но надо проигрывать ногу уже. Сейчас. Что там по программе, скажи, пожалуйста? Когда она будет? Что там, давай. Я понял, Леш, Короче, потом расскажешь. Ладно, я ничего не понял, окей. Разумеется, некоторые начали шутить, что у Губера какие-то проблемы с психикой, и он общается с воображаемым другом, которого зовут Кирюха. Но, скорее всего, это были беседы с кем-то из операторов, или звукорежиссеров, или еще с кем-то. Ну, короче говоря, это был очередной технический брак. И, с одной стороны, кто-то скажет, ну вот, мол, всякое бывает. В конце концов, и у тебя, Костя, тоже бывают свои косяки, когда ты не вырезаешь, не удаляешь моменты из своих роликов, ошибаешься в монтаже, косячишь в прямых эфирах и так далее. Ну, во-первых, я согласен, а во-вторых, все-таки нельзя сравнивать меня, одиночку блогера, который и сам снимает, и сам монтирует, и вообще все на себе тянет, и целый телеканал, где работает орава людей, все на огромных зарплатах, которые, кстати, платятся из нашего кошелечка народного, из нашего национального достояния, и которые не могут нормально подготовить трансляции. В результате раз за разом получается вот такая, простите, лажа. Это какой-то позор. Так что здесь все-таки немножко разные ситуации. И что еще очень важно, мне кажется, что вот все эти косяки Губерниева, все его факапы, все его провалы, это на самом деле часть его политики, часть его стиля. Он специально закидывает такую лажу в эфир, чтобы его потом обсуждали. Почему я пришел к этому выводу? Ну давайте в этом сейчас и разберемся. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания BaldBet, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте BaldBet, а также введете промокод 2021 Калуцкий, то вы получите бонус – 3 бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, во-первых, хотелось бы отметить, что подобные провалы и ошибки Губерниева уже стали для нас привычной вещью. Ну, вспомните вот этот, например, эпизод. Подожди, ты дурак, что ли? Эй, что ты мне в ухо говоришь? Записываю для тебя. Включите мне Попову! Аппараты! Что же вы все такие бараны, пацаны? Ну или легендарные уже высказывания Губерниева о том, что у нас говно будет на воротах стоять касательно жены Малафеева и всего остального. Че это подлянка? Я просто считаю, что без Игоря мы проиграем. В решающие матчи у нас там говно в воротах будет стоять. В прямом смысле слова. Так что здесь уже не первый раз подобное происходит. И вот, знаете, в этой ситуации, когда речь идет о вроде как профессионале, вроде как важном журналисте и, можно сказать, главном и самом известном спортивном журналисте страны, коим сейчас очень часто называют Губерниева, возможно, в этой ситуации все-таки мы вправе ждать того, что будут сделаны какие-то выводы из предыдущих ошибок и что в дальнейшем подобного не будет. Но мы видим, что ситуация повторяется снова и снова, и что Губерниев допускает один факап за другим, простите за такой англицизм. И это все в условиях Матч ТВ, когда у тебя есть целая орава этих журналистов, специалистов, операторов, звукорежиссеров и так далее и тому подобное, когда на тебя работает целая команда. И вот в этих условиях, ну как-то слабо верится в то, что возможно раз за разом вот подобным детским образом ошибаться. Наверное, ситуация здесь все-таки потоньше.
И вот тут хотелось бы вспомнить очень интересное интервью, когда Губерниев сказал, что его ошибки и его косяки – это, дескать, золотой фонд цитат. И уже тогда стоило призадуматься, что, по всей видимости, Губерниев не стыдится своих ошибок, а чуть ли не гордится ими. И ему плевать, что он выставил себя хамом в той самой ситуации, когда оскорблял покойную супругу Малафеева и про самого Малафеева тоже не пойми, что нес в прямом эфире. Ему плевать на то, что он там ругается и орет на кого-то во время своих эфиров и так далее, типа считая, что сейчас звук не идет на телекартинку. В общем и целом мы видим, что Губерниеву пофиг, насколько он опускается в своих эфирах в моральном смысле, насколько он оскорбляет кого-то, насколько он этично себя ведет в эфирах биатлона, футбола, не суть важно. Ему самое главное, чтобы его обсуждали, чтобы это была, так скажем, хайповая тема, чтобы его хамские цитаты попадали в этот самый золотой фонд. И таким образом, мне кажется, что все эти якобы случайные прорывы Губерниева в эфир, когда он считает, что звук отключен, а на самом деле он работает, мне кажется, это никакие не ошибки. Это намеренная попытка привлечь к себе внимание. Намеренная попытка, так скажем, нагнать хайпа и обсуждаемости самому себе. Поэтому, если кто считает, что Губер — это такой вот, знаете, недалекий дурачок, который не видит, включен у него там эфир или нет. Нет, ребят, это не так. Он все прекрасно понимает. И он осознает, что несет эту дичь в прямом эфире. Все ради хайпа. И это, как мне кажется, как раз ключевой момент для Губерниева. Это самый унылый и самый примитивный хайпажор нашей страны, который пытается хайповать даже на ненависти к самому себе, который засирает своим никому не нужным мнением все эфиры. Потому что, знаете, можно по-разному относиться к Губерниеву как к ведущему биатлона, может, он там действительно разбирается, но когда он начинает обсуждать футбол, баскетбол, хоккей, те виды спорта, где я, например, более-менее что-то смыслю, вот я сразу понимаю, что он полный дилетант и ни черта не понимает, о чем идет речь. Собственно, футбольным эфиром Губерниева я уже посвятил несколько роликов, где разбирал то, насколько же он просто ничтожен, как футбольный аналитик, обозреватель и так далее. Но он все равно продолжает позориться своими глупыми высказываниями, когда он кричит, что Спартаку нужно взять иностранного голкипера, когда он кричит, там, я не знаю, что латераль и крайний защитник — это одна и та же позиция, точнее, он не понимает разницы между этими зонами и очень обижается на своих собеседников и так далее. Было уже много подобных примеров. И таким образом, обсираясь в прямом эфире, неважно каким образом, из-за таких якобы технических ошибок или из-за своей некомпетентности, он все равно привлекает к себе внимание. А дальше объявляет всем, что он главный спортивный журналист страны. Почему? Ну, потому что его обсуждают и потому что он занимает все главные эфиры. Потому что он лезет и интервью с Карпиным вести, хотя он не понимает вообще ничего в футболе, и хоккейные какие-то передачи, и фигурное катание уже начал обсуждать. Он повсюду и повсюду лажает. И при этом, конечно же, все бесятся, всех это злит, но таким образом набивается медийность этого самого Димки Губерниева. И получается, в каком-то смысле я немножко лью воду на его мельницу. Но с другой стороны, понимаете, есть такая хорошая фраза еще из советских времен «не могу молчать». Вот это тот самый случай. Губерниев — это невежественность, пошлость, безграмотность и полная некомпетентность, которая именно за счет этих качеств выходит на первый план. Это тот самый поразительный случай из нашей российской современности, из нашей действительности, когда пустое место становится известным именно потому, что это пустое место. Зато очень громкое, хамоватое, быдловатое и пытающееся залезть во все щели. Поэтому здесь, мне кажется, ответ очевиден. Вот таков наш главный спортивный журналист, и вот таков наш телеканал Матч ТВ. Кстати, ему посвящается отдельная песня от моего подписчика под ником Drowning Dog. Если ты с утра проснулся и не в тонусе опять, отыщи свой телевизор, Матч ТВ пора включать. Там расскажут и покажут то, чего в помине нет.
несвязуемые свяжут, оправдают лютый бред. Эксперты на канале все равны, как на подбор. Все подробно объясняют, а потом заводят спор. Правда, сразу непонятно, кто кого куда пошлет. Но Володька помогает и за ними вслед идет. Ну а вечером выходит, чтобы вновь себя продать. Не боясь болезни роста, персонаж за 35. Он отринул сожаление, комментарии в инсте. Он великий губернатор на канале Матч ТВ. Разбежались по Ютубу все, кто мог, еще уйдут. Лишь остался Костя Генич, жалко, парня пропадет. Если вы с утра проснулись и не в тонусе опять, подключайте, если нужно, хотя лучше не включать. Если вы с утра проснулись и не в тонусе опять, подключайте, если нужно, хотя лучше не включать.